Для того, чтобы запаковать файлы в архив для отправки, необходимо перейти сначала в папку, куда мы предварительно собрали все файлы, которые нужно отправить. Далее выбираем их, выделяя левой кнопкой мыши. Дальше зажимаем по выделению правую кнопку мышки. Переводим в графу «Отправить» и выбираем сжатая zip-папка. После чего появляется эта самая сжатая zip-папка и можно задать название. Назовем архив. После чего открываем ее и смотрим, что действительно все файлы уже сжаты, причем указан процент сжатия. Ну а самое главное, это у нас теперь одна папка, которую легко отправить куда необходимо. Также вы можете воспользоваться сторонними архиваторами, например, бесплатным 7-Zip. Первоначальный вариант, по сути говоря, использует встроенные возможности операционной системы семейства Windows, в данном случае на примере Windows 10. Благодарю за внимание и до новых встреч!